В Атырау специальная мониторинговая группа выявила незаконную деятельность по продаже билетов на местном вокзале. Результаты оказались неожиданными. 3 дня длились рейды, в ходе которых члены группы в роли тайных покупателей пытались приобрести билеты на поезда в самых дефицитных направлениях. Выяснилось, что на ряд популярных рейсов в кассах билетов не было, тогда как в вагонах свободные места имелись, и выкупить их можно было, договорившись с проводником. Результаты проверки члены группы обещают передать в компетентные органы для принятия мер.